Улучшены жилищно-бытовые условия еще одной семьи героя Отечественной войны. В большом новом доме, который построен на средства, собранные азербайджанцами, проживающими за рубежом, поселилась вдова героя Тариэля Атаева с двумя малолетними детьми. Жилище, построенном в родном селе героя, Минахорлу Акджибизинского района, созданы все необходимые условия. Я благодарна всем, кто помог в строительстве этого дома. Всем очень довольна. Они подарили радость мне и моим детям. Я горжусь своим мужем. Он всегда отличался патриотизмом, был очень привязан к своей семье и любил родину. Тариэль был военнослужащим и принимал участие в 44-дневной войне с момента ее начала. Он дошел до Физули от города Шуша. Там он героически погиб. Очень хотела бы, чтобы его память увековечили в нашем районе. Тариэль Атаев родился 5 сентября 1986 года в селе Минахорлу Акджибидинского района. В 44-дневной войне он отличился в боях в Физулинском, Акдеринском, Худжавенском и Шушинском направлениях. Распоряжением президента Азербайджана посмертно награжден медалью за родину. Сейчас мы можем мирно жить благодаря нашим героям. Это очень знаменательный день. Мы вручили ключи от дома семьи одного из наших героев. Его строительство началось 3 месяца назад по инициативе представителей азербайджанской диаспоры в Удмуртии. Они специально для этого приехали в Азербайджан, выяснили, какая из семей нуждается в жилье больше остальных. Затем приняли решение построить дом для семьи Тариэля Атаева. Работая вместе, мы достигаем больших результатов. И я думаю, что эта инициатива – пример азербайджанцам всего мира. Тариэль сражался вместе с моим сыном, который также погиб на войне. Сейчас на территории, которую освобождали наши дети, проходит дорога победы. Среди погибших в Отечественной войне героев 4 выходцев из Минахорлу. Уроженцы этого села принимали активное участие и в Первой Карабахской войне. Они всегда отличались патриотизмом. Работа по улучшению социально-бытовых условий лиц, получивших статус семьи героев, погибших, защищая территориальную целостность страны, началась в Азербайджане после окончания Отечественной войны. Строительство дома для родных Тариэля Атаева организовано при поддержке Международного фонда «Евразия Пресс». Эсмира Алиева, Джавид Кадыров, CBC.